Итак, 3, 2, 1! У лестницы ВДНХ вблизи Нагорного парка новый арт-объект, символ добра Михутка. На этот раз не пластиковый и не плюшевый, а железный, весом около 300 килограммов. В 21 году мы установили здесь медведя из металлопластика. Это был временный объект. И сейчас, благодаря Михаилу, мы устанавливаем это на постоянной основе. Сделали табличку с QR-кодом. То есть люди, приезжие, гости, даже кто не знает, что это за проект, с помощью QR-кода могут прочитать. Новая фигура отлично вписалась в ландшафт Нагорного парка. Автор скульптуры Михаил Половников. Он создал фигуру совершенно бесплатно. На всю работу у мастера ушло больше полугода. И что сами в нее вложили прежде всего? Ну, много труда вложил. Душу, можно сказать, вложил. Особенный вокал «Дети», «Маленькая мисс», встречи с кумирами, артистами и музыкальными исполнителями. Добрые дела под маской плюшевого медведя уже давно известны за пределами Алтайского края. За 6 лет существования проекта сбылись мечты сотен особенных детей. Сегодня ребята вместе с организаторами и почетными гостями волонтерского проекта торжественно приветствуют новую железную скульптуру своего друга. Я вообще безумно рад присутствовать здесь сегодня. Это очень важно. Я думаю, что все, кто сегодня были здесь, запомнят это и будут гордиться тем, что в этот день они оказались здесь. На церемонию случайно заглянули и молодожены. Они шли на фотосессию в Нагорный парк и сделали несколько снимков с новой скульптурой. В финале мероприятия дети побежали обнимать любимого персонажа, который готов делать для них все возможное и даже больше. Давайте помашем лапами! Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком.